Всем привет, друзья! На сегодня мы подготовили для вас действительно очень крутой видос. Сегодня я решился сделать невозможное. И сегодня я сыграю целую катку, один против пятерых. Друзья, ролик получился реально очень крутой и очень эмоциональный. Поэтому обязательно смотрите его до конца. Вам по-любому понравится. Ладно, присаживайтесь поудобнее и обязательно ставьте лайк. А мы начинаем, но перед началом реклама. Друзья, если вы любите халяву, то вам на GG Drop. Ведь здесь есть клевый ежедневный бонус. И если забирать его 10 дней подряд, то на 11 день вы получите бонус в 5-кратном размере. Также здесь есть топовый разовый бонус, где можно получать халяву за задание. И в их группе ВК также можно найти кучу сочных промокодов и не только. Что ж, друзья, забирайте халяву, а мы давайте перейдем к ролику. Ну чё, пацаны, давайте как бы. До свидания, я остаюсь один. И это будет очень тяжело. Так, надо забрать диффуза сразу же. Это самый сложный челлендж на канале вообще, который когда-либо был. Это будет просто нереально. Не знаю, как я на это подписался, но теперь надо играть уже, обратного пути нет. Опа, ещё бы. Ой, как размансил, просто повезло. Здрасте. Ай-яй-яй, нет, бот последний. Последний бот остался против троих. Опа, отлично. Так, забираю юспы, погнали. По-моему, это... Ой, тут... Я не ожидал его здесь. Что он здесь делает? Ё-моё. И бомба Б в итоге. Ну, понятно было, он же с Б бежал. Но за КТ максимально сложно играть, на самом деле. Очень тяжело. За теров будет попроще. Ай-яй-яй, не залетело. Опа, здрасте. Здрасте. Ой! Да ты тварь! Здрасте! Боты, давайте в бой! И слева еще, по-моему, нет где-то. Или в миду. Где он был? У него, по-моему, лоу хп. Так, это А, видимо. Или все-таки Б. Нет, А. Все понятно. А, это был не тот, я понял. Того я добил. Ну, как мне повезло сейчас с мухой, это было красиво. Так, что я могу взять? Ну, придется М-ку брать с первым армором, вот это печально. Не знаю, куда. Так, ну, смог на Б, видимо, Б все пошли. Сложно реально читаемое. Да ё-моё, почему я так пролагало все? Опа, а где поставили-то? Поставили на А. На Б? А что я со звуки только что слышал? Вот это развод. Я до конца пойду, что мне остается. Да, вот это обидно сейчас было. Но я думаю, что сейчас должны пойти Б. Я не знаю, но нужно реально угадывать. Если я не угадываю, куда они идут, все. Минус раунд. Без шансов. Опа. Неужели угадал? Просто неужели? Я уж думал, этого не произойдет в этой катке. Опа, здрасте. И последний Б. Или он даже где-то в миду. Ну да, он в миду где-то что-то раскидывает. Баты, давай в атаку! Понятно все. Как боту можно было отдаться? Они что, издеваются? Ладно, это хорошо, что я сейчас выиграл. Но мне кажется, что сейчас... Ой, ее боты, забыл про вас. Блин, сейчас все тайминги просру. Боты сюда. Так, думаю, что мид и А стоит смотреть. Не, ну что-то на Б есть. Так, убрал на Б, не знаю, но мне кажется, это А. Ну, конечно. Еще один Б должен быть. На! Один с Б был. Здрасте. Вот ни хрена не фейкует, опять. Бомба на Б была, двое Б, три А пошло. Но это просто хорошо сейчас прочитано было. Здрасте. Ой, чуть не зафейлил. Ой, так, нормально, троих убил. Вот ты не сюда, за мной. На, давай. Отлично, минус Скар, еще один зарашил. Тварь. Иди сюда. На кого? Я забираю свой реквизит обратно, пацаны, извините. Так, надо быстрее. Время-то не железное. Но нормально, сравнялся, 4-4. Все начиналось очень печально. Блин, ну как же сложно, они еще так сложно играют. Я реально не могу понять, где они бегут. Одному против пятерых за КТ играть просто невозможно. Я просто иду, а. Не знаю, может мне уже проще пойти слиться первому. Хотя бы инфу узнать. Мэнни, никого. Ой, и побежали. Да вы рофлите! Сколько флешек! Пошли в жопу. Ай, ну хоть угадал, куда они пойдут в этот раз. И то, смотрите, на каком тайминге они выходили. Я чекал мейн, и никого не было. И они пошли ровно, когда я ушел. То есть они на позднем тайминге, по сути, шли. Ну где ты там убиваешь? Сраный авик. Да дайте мне что-нибудь нормальное.
Да какой дробаш? Ну какой бизон? Задолбал ты меня. Ну пофиг. Я пойду с дробашом. А чё нет? А почему нет? Пошел нахер. Слушай, дробаш самое лучшее оружие у бота. Но я не знаю, что они берут. Какие дробаши? Какие бизоны? Как с этим играть можно? Странный авик убил. Ой, это скар. Ага. И нормально я его подобрал. Слушайте, неплохо. Я знаю, что тут есть. Да вы издеваетесь? Что это со скаром? Как я с ноузума столько раз не попал? Он меня уже убить мог 100 раз. Видимо, а пойдут. Авик. Ну как же сложно одному отыгрывать. Тут Б ходит, тут А все. 28 фрагов уже настрелял. Ну ладно, 5 раундов не так мало. Хорошо, что я тогда 3 подряд забрал. Надо пробовать теперь затеров камбэчить. Тут хотя бы есть на это шанс. Ни хрена себе. Ну ни хрена себе. Ну я один остался. Блять. Ай, да с двух сторон. Вы чё издеваетесь? Чё за команда попалась? Ну они неплохо играют. Ну буду пробовать что-то делать. Но что-то пока вообще без шансов. Максимально. Даже пистолетку не затащил. Ни одну. Ё-моё, там еще под прикрытием один работает. Здравствуйте. Почему боты пушат? Ай, я чуть-чуть не повезло сразу же. Ох, тут еще! Здрасте. Так, за мной, боты. Ну это красиво хотя бы, надо вытаскивать по-любому. Последний Б был. Опа, вот он. Ой, чуть не зафейлил. Чуть не зафейлил раунд. Ну ладно, есть эйс. Но есть шанс отыграться. Ну ладно, попробую также мид пикнуть. Могу поубивать, в принципе. Мух взял. Вот я и взял ау. Ну боты еще рашат. Ну да, спасибо, пацаны. Спасибо, найс, боты. Принесите мне какой-то дроп нормальный. Но это не нормальный дроп. Опа. Но я знаю, где последний. Что есть? Галил. До уга дотянулся. На! Вот я тебе и отомстил за начало, братан. Но это красиво было. Ой, это плохо, очень. Он еще выигрывает время. А вот это вообще максимально ужасно. У меня 20 хп осталось. Сейчас могут ботов всех поубивать. Так, вот это нормас. А, я неги взял. Блин, зря я еще. Опа, тихо. Бот, ты что здесь делаешь? Нет, я так спалился. Какая тварь, да вы издеваетесь. Последний бот. Дроп нормальный, калаш. Фух. Выровнял. Все, последний Б вроде был. А я побежал на, но пойду на самом деле на Б. Но если он где-то сейчас здесь, то я не знаю, это какой-то тупой просто сыграл. То я сыграл довольно красиво. Интересно, откуда он придет? Не слышу нигде. Диффузит. До свидания. Фух, 11-8. Но пока камбэк идет. Камбэк идет полным ходом. Вот катка меня ждет дальше все жестче и жестче. Вот прикиньте, сейчас ладно, я 3 раунда забрал, мне еще повезло много где. Но что дальше будет? Они будут менять стратегии, они будут играть по-разному. Либо наоборот жестко запушат, либо наоборот жестко засядут. Я не знаю, как их читать. Ну сейчас вот авик будет какой-нибудь в коннекторе. Так, боты, стойте. Опять муха сраная. Еще один. Так, нормально. Ботов 2 потерял, но они потеряли 2 нормальных игроков. А, нет! Перезарядка, ловим! Отлично, 2 в 2. Блин, там в миду, по-моему. Ай-яй-яй, а бот, урод! Слил бомбу. Но я буду с мида играть. Я думаю, что они мейн будут ждать меня. Ага, будут меня ждать. Так, побегуйте в подшор, хотя... Видел его. Ну-ка, попробую развести его. Давай, зажим! Что-то он там в двери заострял от этих выстрелов. Ой, хорошо. Он, наверное, подумал, что я под мейн побегу, как я и хотел его развести. А я в итоге пошел в шорт. Блин, ну как мне его убить? Где убили бота-то моего? Ну, куда летишь? Реально, там просто муха стоит. Что будет, если там авик будет? Это ж вообще ГГ сразу же можно прописывать. Ай-яй-яй.
Нормально, все пока нормально. А вот это плохо, ну что вы здесь делаете? Ай, да нет! Ух, что сделал бот? Вот это командная работа, бот Оливер. Вот это тебе спасибо сейчас. Возможно, ты спас нам раунд. Блин, я только не знаю, где Ласт. У меня такое чувство, что он скрип забежал. Сейчас мы это проверим. Я как будто слышал шаги, но мне, наверное, показалось. Так, я спрячусь пока. Не ваук, это опасно. Хорошо. Просто отлично. Сколько я 5 подряд уже забрал. Вот бот просто... Пацаны, ну за бота лайк. Просто за бота обязательно лайк сейчас прожмите. Это жесть. Что он сделал? По сути, он должен был сливаться, но смог перестрелять. Контр даже ничего не успел понять. О! Да, жесткий киберспортсмен, реально. Пацан просто на удачу вышел убил. Да, ну все, в этом раунде мне хана. В этом раунде мне максимальная хана, пацаны. Это ГГ. В этом раунде без шансов. Ну я даже как-то двоих убил. Надо что-то думать, и я не знаю что. Короче, надо попробовать мид пикнуть. Что-то там охренел с этим диглом. А вот и он. Блин, 12 хп. Где убить? О! Вот крыса тайминговая. Ты что ты тут делаешь? На базе уже. А его убили! Опять они против... Что творят боты в этой катке, пацаны? Я не понимаю. За мной боты. Что происходит? Как они это делают? Так, менты разбил. О, в миду просто стоит. Апа, не ожидал. Ну, вряд ли он такое ожидал. Это реально неожидаемо. Так, на 12-11. Все не так плохо. Я проиграл всего 2 раунда за эту половину. Пистолетку и один неудачный раунд. Где мне не повезло, мне дали хедшот с дигла и все. Весь раунд наперекосяк пошел. Сейчас они А любят пикать, как я понял. И Б ждут. Вот это чего? Как на Б0? Понял. Ох! Ох вы твари! Ох вы козлы! Двое уже на базе у меня. Блин, ты чё там ботов убиваешь? Я тебя сейчас сам убью, понял? Нет! А бот один все равно у меня здесь был. Просто, ну это красиво, пацаны. Вот это был раунд красивый. Пацаны там размансили, пошли мидл, пошли А. Парень там просто всех ботов поубивать решил, но это ему не помогло. Не спасло ему этот раунд. Так, нормально, мне пока что все устраивает. 12-12. Надо дожать, ребята. Надо реально сейчас дожать аккуратно. Главное не слиться. Так, молик криво дали. Это мне на руки. Где-то Б. Ай-яй-яй, еще. Еще, я знаю, что еще. А ты тварь. Нет! Все, в этом раунде шансов просто мало. 6 хп. Я буду пытаться красиво отыграть 6 хп. Короче, надо пытаться быстро. Быстро и красиво. Это в миду был. Вот это фейл. Не диффузит. Фух! Вот это жестко. Мне кажется, они там А укрепили и просто долго перетягивались на Б. Вот это жестко. Блин, я мог сейчас КТ так зафейлиться, и они бы даже могли успеть. Еще 3 осталось, пацаны. Давайте. Максимальные кулачки. Держим. Опа. Здрасте! Я знаю, что на коробке был. Ой, па! Ни хрена бот опять зарядил! Сколько киллов они уже сделали? Боты, вы что творите? Ой-ой-ой, а вот это я сейчас зафейлил. Ну все, я забираю бомбу, ухожу отсюда. Ай-яй-яй, один остался. Один Б, один А. Я закрыт здесь. Давай! Фух! Все, остался с авиком. Надо что-то думать, пацаны. Раунд очень важный. Коннектор он вроде ждал. Все, я ухожу, А. Но они должны были дать инфу, что это винты разбиты и так далее. Либо он вообще не слышал. Но должен, по-моему, винты разбить я через всю карту слышно. Все. Я просто верю, что его здесь нет. И ухожу. Какая же потная игра. Вдруг он с мейна. Опа, нет. Все отлично, он здесь. Чекает все. И диффузит. А, до свидания! Переиграл. Просто переиграл. Да, главное, конечно, ставить красиво бомбу. Просто в разных местах и в местах, где можно отыграть. Это самое главное. Это прям хорошо. 2 раунда осталось, пацаны. Ну какие они потные, все эти фраги, все эти моменты. Как приходится их обыгрывать, это просто жесть. 48 фрагов я уже настрелял. 100 очков. Ну все, это патруль, это бан. Здрасте. Это тварь со своей мухой. Не хочу на него идти, реально не получается против него играть.
Ох, ты что здесь делаешь? Один наш, как бот проскочил. Нет, сейчас бот... Ой, двое с коннектора. Все, значит, один вроде А и ноль Б. Бот за мной, будем разыгрывать. Я даже бомбу ставить не буду. Нет! Что хреново было. Где-то один А, другой вот здесь винта. Просто сяду здесь. И один в девятке. Где-то здесь он, либо ДКТ, либо девятка. На! Переиграл, просто переиграл. Ну как сейчас повезло с последним. Что за катка просто, пацаны, получается? Что это за катка? Не, 1 в 5 это по-любому просто достойно лайки, подписка, колокольчика, всего, пацаны. Это самый жесткий челлендж. Реально, это самый жесткий челлендж. Ой, пролагало. Са, уже пушек. Боты в бой. 3 в 3 ситуация. Короче, за мной, боты. За мной, за мной, за мной. Просто идите за мной, я приведу вас к победе. Ага, я приведу вас к сливу. Вот неплохо реально играет-то, пацаны. Блин, у бота бомба. Ай-яй-яй-яй-яй, последний раунд. Блин, они что-то жестко собрались, пацаны. Они что-то очень жестко собрались, и я рано расслабился. Все, надо собраться, пацаны, на максимум. Блин, боты, если бы еще не пушили, они начинают Б пушить. Да, я не знаю. Ну, видите, как сейчас пацан отыграл? Ну, хорошо, меня убил, ладно, хорошо. И дальше отбежал, хаешку откинул, спрятался и дождался, пока все придут. Вот это большая проблема. Еще у бота была бомба. Это огромная проблема. Ну, в мид... Ой, в миду жесть. Боты, ай-яй-яй, боты нет! Тихо. Бот, опять Б идет. Но он сейчас умрет. Нет, за мной, за мной. Давай пробуем отыграть. 2 в 2. Так, иди за мной. Мы выиграем. Все, мы нашумели под Б. Идем через базу. Вот где сейчас могут... Вот где... Так, за мной. Уходим Б. Блин, бот не поет. О, здравствуй. Вот это красиво подловлено. Все, играем. Бот, играем 1 в 2. Нет, бот! Блин, у тебя дробаш сраный. Ты что-то далеко куда-то убежал. Нет! Чуть не сгорел, вот это повезло. Вот это сейчас жесть будет. Пацаны, ну это просто лайк, ребята, это просто лайк, это красивая катка была, максимально красивая, ну типы вообще жесткие были, какой же пот, 16-14 просто, наконец-таки это кончилось, реально, как я на это подписался, я не знаю, ладно, что за звания были хотя бы, все четвертые сильверы, но на самом деле они играли куда лучше они играли, пацаны, вы сами видели, ну где-то были косяки от них, да, но многие моменты они очень жестко отыгрывали, кстати, я вообще не понял, почему такие низкие звания попались, потому что мы запускали, там почти звезды все были. Но это было потно, пацаны, в любом случае. Вот против любого звания какого-то не играй, 1 в 5 играть просто невозможно. Что ж, друзья, вот так и закончилась эта игра. И она, конечно, реально получилась очень крутой и эмоциональной. Когда играешь в соло против пятерых, у тебя просто бесконечное напряжение. И, конечно, эмоции очень сложно сдерживать. Но мне все-таки удалось это сделать. На самом деле, я думал, что это вообще нереально. Но, так сказать, нет ничего невозможного. Ладно, друзья, конечно же, поддержите ролик лайком, если он вам понравился. Ну и на канал подпишитесь, чтобы не пропустить новые видосы. Кстати, также можете заценить прошлый ролик, он очень клевый. Что ж, а с вами был MoreGames. Всем удачи и всем до скорых встреч.